Привет, зритель! Вот тебе обзор моих фаворитов обуви, но только босоножки, вот эти вот, которым уже 3 года. В Ярике покупала за 1500 тогда, по скидке. Летом, в 2018 году, и вторая такая же. Это вот мои единственные фавориты обуви, я решила совместить поэтому одежду и обувь. Есть еще босоножки на платформе, но что-то их пока не делала. У нас тут некоторое время была жара, и еще какое-то время будет. Но, правда, я надеюсь, не такая супер жара. Короче, я сегодня приобрела вот эти штанишки, про которые говорила в обзоре Вайберсом. Где жаловалась на Сбербанк, который вообще так жестко забанил мне без причины карту. Вот кофточку эту ты видел, зритель, я думаю. Я ее покупала еще в 2019 году перед Абхазией. Кепочка, зритель, кепочка, столько не живут, ЛА. Мне эту кепочку покупала мама, мне, может, лет 12 было, если не меньше. Она все еще действует. В ней удобно ездить на велике по жару. И обратно, когда, даже если не жара, солнышко просто вот заходит, в глаза светит, она очень хорошо так защищает. Штанишки 44 размера. 95% хлопок и 5% эластан, спандекс или что-то в этом роде. Сейчас будет примерка всего остального. Я переобулась в тапочки. Джинсы, они как бы длинные, но когда я езжу на велике, то я их загибаю, потому что вот на предыдущем велике, который в деревне, там как бы цепь закрыта и не попадешь в нее, если что. А вот на этом велике спортивная цепь не особо закрыта. Поэтому я ее как бы, их точнее, сейчас опущу, чтоб ты понял, зритель. Или ты поняла, зрительница. Короче, пофиг, зритель без пола. Все в той же кофточке. Обычно примерно так я и шастала, пока не пришла идея купить те штанишки. С завтрашнего дня в них я буду шастать. Ну, опять же, вот, вид сзади. Кошка у меня тут бесится. Да, у меня тут зелененький ремешочек. Тот, который я тогда покупала и, наверное, даже обозревала. Вообще, практически весь прикид с Вайберса, кроме розовых тапочек, не помню, где их брала. И кофточки, которые покупала в Леновом магазинчике 3 года назад. Ну что, еще одна кофточка. После этого пойдут платьишки. В ней я обычно вообще в таком прикиде, правда, джинсы были загнуты немножко, как в предыдущий раз было. Ездила в сад. Полить там ягоды собрать. Ну да, в такой кофточке, конечно, в таких джинсах в сад самое то. Да-да, я без лифака. Специально для тех говорю, кого папа болит. От моей маленькой груди. Уж какая есть. Прикол вот такой. Подруга, сидим у нее на работе. Она: Лёля, а у тебя сейчас есть грудь? Я так что-то зависла. Думаю, моя что ли? Я говорю, ну вот, говорю, грудь. Типа она: нет, говорит, не такая. У меня, говорит, есть платье. Но туда надо большую грудь. А у меня мелкая грудь. Да, тут все еще тот же ремень. И Коська, которая сейчас, когда и переодевалась, прыгала на меня, прям на эту кофту. Скоро будет ей 4 месяца. Платье, от которого многих папа болело. Обычно я заметила, папа болит людей, знаете, у меня есть очень близкий родственник, за собой чашку трудно вымыть. Но вот если у меня на столе пара хлебных крошек осталась, такая истерика будет. Ну, знаете, которая бревно в своем глазу не видят, зато соломинку разглядят. Короче говоря, те, которые сами свою фигуру терпеть не могут, они папа волят насчет того, что другие свою фигуру очень любят. В общем, я свою фигуру очень люблю. Я считаю, что это платье мне очень идет. Оно без пояса сейчас. Ну, как бы, другой мой близкий родственник решил, что пояс тут не к месту. Надеюсь, я не сильно из кадра ушла, потому что вот тут одно животное. Лазало куда не просят. Мне и так там уже практически все, что можно, убрано. Но ты все равно туда лазишь, хулиганка. Короче, мы решили, что и без пояса оно вполне нормально. В общем, без пояса оно вполне нормально. Если кто-то считает иначе, welcome to health comment. А также приглашаю в комменты всех тех папабольцев, которые: а, ты жирная. Или там еще что-то. В последнее время мне говорят, что жирная. Насколько я жирнее вас? В общем, вот это замечательное платье за 700 рублей, купленное в апреле, что ли, месяце.
Я его тут таскаю, когда не езжу на велике. Когда в деревню приехала первые дни, я сейчас стала пешком, чтобы выгулять платье. Вообще шикарное платье. Оно слегка по цвету, ну, не то что по цвету, оно же тоже лен. Тут вот такие цветочки. Тут цветочки темные и белые, на них вот эти... Может, это не цветочки, может, это ягодки. Короче говоря, оно вот так вот сочетается, мне кажется. Не то, что сочетается, это же кофта, ее не оденешь поверх. Но оно как-то гармонирует. Ну и последнее платьишко, сарафанчик. Я про него вообще забыла. Думала, надо мне сарафанчик купить, а у меня, кажется, есть сарафанчик. Можно носить вот так на ямочках. Можно ямочки вообще убрать и не нацеплять на себя. Можно, если убрать, допустим, лямочки, не нацеплять на себя их вниз, допустим, вообще убрать, не нацеплять, потому что так, в принципе, реально одеть, можно вот так носить. Такой сарафанчик. Я думаю, что у меня, возможно, на башке слегка шухер. Возможно, это тоже кого-то в попоболь войдет. Потому что столько всего переодеть и в зеркало даже не глянуть, а я расчесусь. Ради попобольцев. Попоболец. Специально ради тебя расчесываюсь. Также прежде, чем срать в комменты на мой шухер на башке. Включи свои мозги и подойди к зеркалу. Может, у тебя там прядка из твоей прически выбилась или еще чего-нибудь. А может, ты вообще жуть какая. Медвежуть. Мне очень нравилось это аниме. Я потом про него, наверное, отдельный ролик сниму, а может, даже стрим без чатика. Все равно чатик никто не пишет. Ночь в замке демонов. Вот там были такие медвежути. Ну, не знаю, может, они как-то в Япе по-другому назывались, но на русском они назывались медвежути. В общем, вот, сарафанчик. Мне кажется, я его покупала тоже перед Абхазией в 2019 году. Очень даже ничего такой. Я вот думаю, можно в нем на велике ездить или как? А может, нет, в нем, наверное, неудобно. Вот он не настолько широкий, как я думала. Такие дела, зритель. Спасибо тебе за просмотр. Ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.